Надо срочно куда-то уехать на выходные. Вольфы психанули. Вольфы психанули называется. Да, с места напряженка. Открыл чемодан, все есть. Бывает иногда у нас такие находки в холодильнике. Прибыл наш шашлык. Ребята, будем ягоду воровать? У нас тут делаются заготовочки. Мы сейчас узнали, что у нас отключают холодную воду. На два дня. Да, на два все дня. Выходные, в самую жару. Да, завтра 32 градуса обещают. Все. Потом думаем, надо срочно куда-то уехать на выходные. На экопарк Адмирал смотрим. Вроде номерок там есть свободный. Поехали. У нас всегда такие глотные. Собираешься, Вика? Вы там тоже собираетесь? Все, мы выдвинулись. На часах 11:30 утра. На градуснике уже 28 градусов. Как-то очень уже жарко, поэтому я верю, что сегодня будет 32. У нас в Сибири холодная зима и местами очень жаркое лето. Резко континентальный климат. Это так, минутка образования в нашем влоге. Все, идем заселяться. Приехали. Припарковали нашу машинку на парковочке. Ну что, мы выселяемся. Вольфы психанули называется. Но психанули потому, что надо указывать все на сайте. Мы забронировали номер, мы приехали. Здесь какое-то мероприятие, которое нам не нужно. И мы должны заплатить. Мы заплатили 1500 рублей, ну, чтобы ладно, сходить. Ну ладно, мы уже это как бы. Ну ладно, ребята. Заплатили. Но потом мы узнаем, что у нас еще платный бассейн. Да. Мы, и который стоит в день 2400 по скидке. На всех. То есть нам за два дня надо отдать 4800 за бассейн, который переполненный, который не пробиться. И нам он как бы нужен не на целый день. Ну да, там по 10 минут два раза сбегать туда, потому что как бы что там с детьми. На детскую пойти зону, она тоже платная. То есть мы за 7000 купили просто домик, который можем ходить вокруг. Мы первый раз, мне кажется, возвращаемся. Нам всегда везде все нравится. Да, в общем, 13500 за сутки. Мы в 5 звездах в Куахине отдыхали. Два дня аквапарка было включено. Лучший в Юго-Восточной Азии. Да, да, да. Полных. И мы заплатили там сколько? 1009 мы заплатили. 1009. И там был крутой номер. Да. Там был вид на 27 этаже, да. Инфинити бассейн, завтрики тебе, все, да, в 5-звездочном отеле, и это стоит 9. В общем, подумаю, что мы найдем лучшее применение, мы... 13,5. Да-да-да. Начнем копить на отдых. Да-да-да. В общем, короче, сейчас нам надо принять какое-то решение, куда поехать отдыхать, потому что мы-то как-то уже настроены. Да, решили спуститься на Ману. Да, сейчас доедем до Маны. А там уже дальше будем думать. Потом дальше поедем. Все. Высказались. Все. Выговорились. Я все сказала. Решили по дороге заехать на берег Маны. Тут все заставлено, все в машинах. Мы там чуть подальше припарковались. Сейчас идем на Ману, посмотрим. Ни разу не были на Мане, кстати. Первый раз на Ману идем. Да, с места напряженка. Особо даже пока не нашли где. Народу, да, очень много. Мы с речки Маны приехали на дачу. Сейчас вот что-то ливень пошел. Не знаю, видно, нет, но на улице идет ливень, подул ветер. Дачный ужин. Кошечка свежая. Угу. Бутерброды от деда называются. Много-много масла жаришь, побольше жира всего. Ну такая вот у нас дача непростая, с курями. Все, закрываем. Хотели мы уехать, но решили, что еще в баньку сходим. О, наш желтый чемодан сегодня странствует. Не попал он.
хорошие руки. Но попал на дачу, ничего. Зато в нем все можно найти. Захотелось в баню, открыл чемодан, все есть. Пошли в баньку. Пошли в баню. Да иди ты в баню. И ты тоже иди в баню. Что у нас? Тут утро воскресенье, да? Нечего покушать. Но мы не теряемся. У нас есть старый йогурт. Да, мы нашли в холодильнике старый йогурт. Мама говорит, а давай из него сделаем оладьи. Не помним, когда его открыли детям. Вчера, не вчера. Ну, точно не вчера. Поэтому точно из него уже... Невозможно, не позавчера. Невозможно, не позавчера. Бывают иногда у нас такие находки в холодильнике. Что-то то, что начали и не закончили. Лимон в ход пошел. Лимон пошел, ага. Лимон тоже что-то у нас не вчера куплен. У нас называется сегодня утро. Избавимся от старого в холодильнике. Ну, вчера мы на большой бассейн, большой забитый бассейн в Адмирале не попали. И вчера было открытие бассейнов прямо рядом с нашим домом. То есть тут, в принципе, пешочком можно дойти, но пожареть с детьми что-то как-то не очень хочется. Стоим в очередь за билетиками. Вон там, вон, кирпичные дома вдалеке. Там мы живем. А здесь парк. I think that I'm going to hide in somewhere by a gated star. Baby, they ain't never gonna find me. I'm a renegade, oh. I could be the one who saved you from this hard place. We could be as one and we'll escape. Проголодались. Здесь есть небольшой барчик. Ну там так, коктейли, мороженое, сахарная вата. И там чуть, по-моему, пара видов салата. Поэтому я позвонил тут рядом в какой-то кафешке, шашлычке. Заказал шашлык. Сейчас пойду его заберу. Пришел, мне говорят, что шашлык еще не готов, что-то у них там какая-то накладка, мне еще минут 20 надо его ждать. Ну, благо, морсиком угостили. Кафешка, получается, напротив прищепки. Мы все ждем своих шашлыков, да, когда нам его принесут. Я там в итоге подождал и ушел оттуда. Вот, сказал, чтобы мне его сюда принесли, но вот ждем. Вот, наконец-то прибыл наш шашлык. Все, мы накупались, выдвигаемся домой. Весь день сегодня провели на бассейне. Сейчас пойдем сдавать зонтик, возвращать свой залог. Классно, да? Так освежает, вообще клево. Максик уплетает ягоду. Ага, я не успеваю рвать. Ходячий набор. Декорация. Меняется. Беляшек. 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 Блин, мы вот детей на дачу отвезли, да? У нас тут по дороге. Ну как по дороге? Мы обычно тут не ездим, но сейчас нам надо там еще по делам заехать. И мы поехали через Минино. А в Минино есть такой вот, если вдруг кто-то из вас окажется в Минино, магазин, да, и вот там кулинария, и там пекут, жарят очень вкусные пирожки. Они такие свежие, сочные. Я вот сегодня вообще планировал ничего не есть. Пить водичку. Худеть. Завтра будешь. Да, у меня это перенеслось на завтра. Или сегодня после беляша уже ничего не будешь есть. Нет, там еще пирожок есть. После пирожка тогда. Ребята, будем ягоду воровать? Да. Сейчас. Я вам достану. Это называется харьковать. Как называете себя ягоед? Ягоеда. Семья ягоедов. Мы любим ягодку. Бутероеды мы тоже. Сегодня будет у нас песня, нет? Буду. Что-то диджей слабенько работает. Надо увольнять диджея. Ага. Макс уже, он сидит в ожидании. Мама.
пришли купить продуктов для тумьяма. Делаются заготовочки. Делаются, делаются. Как думаете, что можно приготовить из таких ингредиентов? Это не картошка, это имбирь. Имбирь, лимонграсс. Это лимонграсс. Лайм. Лайм. Черри. Черри. Тут у меня, кстати, помытые. Грибочки. Грибочки. Тут уже у нас сварен рис. Да, ну рис это так, гарнир. Бульончик куриный. Еще у нас есть кокосовое молоко и купили какую-то пасту. Которая называется том-ям. Вот и ответ. Мы готовим том-ям. Мы купили креветки. О, это вообще вот смолчи. Хотели чуть-чуть купить, но что-то они как-то не глянули цены. 2000 стоят, мы поняли, что в принципе 2000 можно было заказать дом. Том-ям с доставкой домой. Вообще несколько кастрюлю. Да, объелся и не парится. Так, мы закинули тут имбирь. И лимонграсс. Они минут 15 еще поварятся, издавая хороший аромат. Нам этой банки пасты хватит, по-моему, на 5 лет. Так, одна ложка. И вторая ложка. Добавили грибочки, и мы добавили креветки. Выжимаем сок лайма. Пробуем на остроту. Кокосовое молоко убирает лишнюю остроту. Поэтому тут тоже главное не переборщить. Суп все-таки должен быть острым. Когда помидоры добавили, в принципе, суп можно выключать. Том-ям. Том-ям. Ой, и Макс, он том-ям. А мне уже принесли том-ям. А Вики еще нет. Папе самый последний будет том-ям, ага. Ой, помидорки? А как ты хотела, в том-ямчике помидорки есть. Ну, надеюсь. Что надеешься, что он вкусный? Я пробовал, вроде ничего.